Всем успехов желает Максим Вехов. Привет. Я менеджер торговой марки Себек и настаиваю на том, чтобы вы задумались о своем расписании на день. Успеваете ли вы все делать? Например, покупка воды. Сколько у вас отнимает времени? Вы должны выбрать нас, потому что наша супербыстрая бесплатная доставка вне конкуренции. Мы заботимся о вашем здоровье. Мы экономим ваш кошелек и время. Вы еще не купили? Вперед! Берите мобилу и звоните мне на Viber 099-199-58-88. Максим. Воду можете заказать с 7 утра до 22, без выходных. Так, а сейчас я хотел вам рассказать одну, скажем так, интересную вещь о пневматическом оружии. Вот. А сейчас я поставлю свой диск. Вот я записал когда-то альбомчик прикольный. Сейчас мы будем слушать. Вот этот диск я на московском лейбле его издал. Вот. Я на днях сниму документальный фильм, как я его снимал. Как я его создавал. Фу. Как создавался этот альбом. Вот. Как создавался этот альбомчик. Юмористический. Еще немного рекламы. У нас есть очень выгодное предложение для оптовиков. Это 10 бутылей, всего по 30 гривен за один бутыль. Очень удобно. А если вы, ваш офис или ваша фирма, или ваш завод находится недалеко от нашей базы, которая находится в районе аэропорта, то есть, или, например, ваш объект находится, магазин, офис, аптека, полицейский участок находится на проспекте Гагарина по всей длине, то очень даже удобно, то 10 бутылей будет стоить вам по 28 гривен, от 10 до 15 бутылей. Так, ну а сейчас моя бизнес-идея, точнее не бизнес-идея, а правда, пневматики у меня уже давно нету. Короче, заключается эта фишка в том, чтобы когда вы покупаете пистолет пневматический и к нему патроны. Вот, сегодня я буду за кадром, потому что пневматики у меня все равно нет, давно продал. Ну, пневматика, она сама по себе, конечно, дерьмо. Вот, ну, мало ли что. Как пугач, в принципе, сойдет. Хотя, не знаю, сейчас он нужен, этот пневматик. Сейчас есть, что там есть, эти электрошокеры. Ну, хорошо, пневматика. Вот, идея какая. То есть, когда вы покупаете шарики, вот эти, знаете, вот, ну, шарики, есть пистолеты, стреляющие шариками. Да, ну и пулями тоже. Вот, надо обязательно брать каждый боеприпас, разбирать пистолет. И вот так вот берете вот вниз, вот так вот. Надо показать мне, честно говоря. Берете, короче, вот так вот, например, вот дуло. И вот так берете, ставите, и туда вот, сюда, и сюда вот, вот это дуло, отверстие, к примеру, и туда кидаете по одному шарику. Он должен свободно проходить и падать вниз с дула. Пим, 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 пим. Если он застрелет, то такой снаряд надо выкидывать нафиг. Потому что потом, так сказать, форс-мажорах, он застрянет, и вы не сможете выстрелить, и не сможете себя защитить. Вот такая бизнес-идея, так сказать. Идея, не идея, не знаю. Такой полезный совет, как нужно поступать. Как нужно поступать. Как нужно поступать
при покупке пневматических снарядов, боеприпасов для пневматического оружия. Вот. Все, всем успехов желает Максим Вехов. Пока-пока. И снова реклама. Я менеджер торговой марки Себек и настаиваю на том, чтобы вы задумались о своем расписании на день. Успеваете ли вы все делать? Например, покупка воды. Сколько у вас отнимает времени? Это же вы идете в автомат. Свое время убиваете и там в очереди. С этим автоматом надо общаться дурацким. Он деньги сдачу не дает. Экономия на нем, если посчитать за год, то вы там можете оставлять много денег. Вот, как бы так посчитать, надо посчитать, конечно, будет. Вот, ну, посчитайте сами, это ж ваш бюджет. Я лично покупаю воду, да, Себек, да. То есть мне привозят воду Себек. Вот. То есть это очень удобно. Приезжает машина, привозят бутыль прямо домой, ставят, то есть вы только деньги платите и все. То есть это очень удобно, все делают за вас, вы экономят ваше время. А так вы стоите там на улице, ждете эту корову, когда она приедет, потом в очереди надо стоять, пока дойдет ваша очередь. А сейчас холодно, зима близится, дождь. Мы экономим ваше время. Наш сервис не конкуренция. А так вам придется отложить свои дела, чтобы пойти купить воду. Вот, с водолазом. Поэтому очень удобная вещь. Рекомендуется. Рекомендую пользоваться нашими услугами. Доставка воды Себек по Харькову. Вот. Вы должны выбрать нас, потому что наша супербыстрая доставка вне конкуренции. Мы заботимся о вашем здоровье. Мы экономим ваш кошелек и время. Самое ценное — это время, а не кошелек даже. Время! За то время, которое вы стоите у бочки или у автомата, вы могли бы успеть многое сделать. Вот. И в личном плане, и в наличном, и в финансовом, и во всех смыслах. Все, всем успехов желает вам Максим Вехов. Пока-пока.